Толстой кистью мы с вами наносим фон нашего поезда. Тонкой кистью мы с вами проработаем контур. Вот так сотрудники крупнейшего в России предприятия по производству электропоездов создавали их на бумаге. Творческие мастер-классы организовали 88-й день рождения ДМЗ в сквере у завода управления. Здесь же работали фотозоны, можно было поучаствовать в соревнованиях на меткость. Большое число участников собрала беспроигрышная лотерея. Мы такое устроили впервые. Устроен праздник во время обеденного перерыва между сменами, чтобы могли люди приходить и с одной смены, и с другой, посетить наш праздник, поактивничать на всех локациях, которые здесь представлены. Коллектив ДМЗ – это почти 3000 человек. Проводить совместные мероприятия стало доброй традицией. И также сплоченно они работают над достижением высоких результатов в труде. Все отношения между коллегами достаточно на доверительных отношениях состоят. А когда тебе всегда все готовы помочь, никто не отвернется. То есть здесь вот работает именно вот очень сильный коллективизм. Тут не бросают тебя на произвол судьбы. Все всегда за тебя горой, особенно вот, ну, мое руководство. Второй дом, здесь работников, подчинение, очень много людей. Работаем, все друг друга понимаем. Как-то все складывается. То есть идем вперед. Коллектив предприятия поздравил генеральный директор завода Владимир Чекалин. Демиховский машиностроительный завод на сегодняшний день является стабильно работающим предприятием. Мы имеем объем заказов, который обеспечивает полную загрузку мощностей в этом году. Более того, в следующем году мы ожидаем рост объемов производства на 20%. Пожелания одни – удержаться на этих позициях, развиваться. И хотелось бы, конечно же, выразить слова благодарности всему коллективу. В преддверии годовщины со дня основания завода и Дня защиты детей были организованы конкурсы рисунков для детей-сотрудников. В день 88-летия завода победителям конкурсов вручили грамоты и подарки.